реклама на радио «Столица». Дельфинарий «Немо». Морские котики, лев и дельфины в ярком шоу «Единая планета», которое наполнит сердце каждого любовью к природе. Доброе шоу круглый год в теплом зале под куполом. Дельфинарий «Немо». Ташкентская, 40. 029-507-44-44. Яш, когда ты уже напишешь завещание? Какое завещание? Я еще так молод. Яша, ты за это не переживай. Еще одна сигарета в постели, и я вдова. Ты права. Надо срочно установить пожарный извещатель. Дядя Женя, сосед. Спасатель говорит, что судьбой можно таки управлять. В случае задымления автономный пожарный извещатель оповестит вас громким звуковым сигналом. Ой, вы, Яша, так недорого. И так надежно мою жизнь еще никто не защищал. Если у вас появились признаки респираторных заболеваний, своевременно обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением. Ограничьте на время контакты и откажитесь от мероприятий и поездок, которые предполагают массовое скопление людей. Оставайтесь дома и выздоравливайте. Торжественное открытие 30-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. На сцену летнего амфитеатра выйдут популярные певцы и музыканты, лауреаты фестивальных премий прошлых лет и обладатель специальной награды «Через искусство к миру и взаимопониманию». Юбилейный фестиваль собирает настоящих друзей 15 июля для зрителей старше 6 лет. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69